Всем привет, и сегодня я буду смешивать, смешивать, да, эти два слайма, то есть тут типа горный слайм, вот, и вот такой вот слайм. Давайте вначале вот этот слайм смешаем. Прям вообще слаймы прозрачные у меня прям вообще очень крутые. Это какая-то мутная баночка, но вы не замечаете. Вот. Вот такой вот он, в принципе, нормальный. А вот эта белая база, она как бы как жвачка для рук. Не знаю, она такой типа текстуры жвачка для рук. Не знаю, в общем. Вот такая вот странная текстура получается. Прикольно хрустит. Ну, тянется так себе. Он рвется просто. Ну, хрустит, да, круто. Цвет вот на камере, он типа серого выглядит. Вот. Ну, синя-серый, вот так. А на самом деле он как бы такой синя-фиолетовый, что ли. Ну, знаете, когда делаешь голубой слайм, потом темно фиолетовую краску добавляешь, вот, и такой цвет примерно получается. Так, вот этот слайм я откладываю, и вот этот слайм достаю. Он очень красивый. Вот. Тут вот такой вот слаймик, тут такой вот слаймик. А, там, кстати, еще так, там были эта штука? Там еще были джелли-кубы, либо как-то так называются они. Вот. С этой тоже штучкой есть. Джелли куба тут есть. Тут у нас состоит... Ой, тут пузырики даже есть. Странно. Ну ладно. Это такая плотная текстура. Неплохой, в общем, слайм. Видео на обложку. Либо как там говорят. Фото на обложку. Хрустит он прям вообще просто хороший. Ну, цвет, знаете, такой не очень хороший получается. Некрасивый. И плотная какая-то текстура. Ну, ладно, я туда потом размягчитель добавлю. Вот. А что это? А, они разноцветные. Я их покрасила еще. У меня появилась хорошая идея. Давайте сделаем из вот этого слайма и вот этого слайма. Сделаем горный слайм. Вот так вот получается прикольно. Как там делать, я уже забыла. Так, у меня такая банка есть. Вот. Ну, блин, цвет, конечно, прям вообще ужасный какой. А горный слайм, кстати, можно делать и, ну, и с пузыриками. Вот у меня тут пузырики остались. Это, получается, видео не смешиваю. Ну, когда я не смешиваю слаймы, а всякие лайфхаки, ну, то есть, как сделать горный слайм. Ну, вот это прикольная, кстати, текстура какая-то получилась. Вот через там 2-3 дня в Инстаграме я сниму видео, как я вот этот слайм смешиваю.
Всем пока.